Всем привет, друзья! Вы на канале TNT Fox. Вижу, всем понравились видосы со взрывами стиралок, поэтому сегодня будет вот такая стиральная машинка. Вижу, вы набрали очень быстро много количества лайков под прошлым видео. Так что, ребят, сегодня повзрываем вот таких петард. Смотрите, какие у меня есть. Как и обещал, будем взрывать Corsair 12 в стиралке. Есть динамит, Corsair 12 от Fieri. Так, это у нас тоже Corsair 12, Achtung. Corsair 16, Achtung, Big Boom и Black Tiger. И два штуки даже. Также есть вот такая граната. И еще, давайте я вам покажу. Здесь очень много пиротехники я принес. Смотрите, разные мощные петарды. Здесь еще есть пиротехника. Обязательно мы все повзрываем. Есть еще большие петарды. Если она будет долго жить, будем ее долго взрывать. Так что, кто не видел предыдущий ролик со взрывами стиралок, обязательно вам рекомендую к просмотру. Это было просто нечто. Взрывали супер мощные петарды, по две штуки в стиралках, салюты различные туда запускали, было очень весело. Так что посмотрите. Так, давайте возьмем что-то, что мы сейчас побросаем туда внутрь, такого вот, типа вот таких штучек различных. О, посмотрим, как она взрывается. Стиралка другого типа, в прошлый раз мы не такую взрывали. Поэтому давайте же смотреть, что получится. Так, вот это все берем. Так, смотрите, так открывается. Так, сюда можно будет что-то тоже внедрить и туда побросать. Поэтому давайте начнем. Так, берем дымные мячики. Так, пока две. Ну, думаю, так не будет видно, поэтому лучше откроем. Дымовушка получилась. Так, давайте еще вот таких вот закинем сразу все, что есть. Не знаю, бахнет мячик или нет. Что-то там очень быстро фитиль горел. Ничего. Если у меня такая штука, это точно бахнет. Ага, надо еще вот это закрыть. Она не закрывается. Ого, даже крышка приоткрылась. Уже хорошее начало. Так, давайте сюда одну капсулку. Не, чуть туда не упал. Ё-моё. Уже не видно. Ладно, уронил. Так, отлично. Давайте покрупнее. Забросим целую упаковку вот таких пулеметок. Так, куда бы их засунуть? А давайте мы их здесь внедрим и сразу закроем. Думаю, будет хорошо. Вот так вот. Главное, чтобы не выпали. А даже если выпадут, будет еще лучше. Класс. Как думаете, что там внутри? Давайте приоткроем. Ух ты, шо! Смотрите, мясо. Так, давайте побросаем розочки туда внутрь. Так, не будем закрывать, посмотрим, как крутится. Сначала две так бросим, а потом закроем в следующий раз. Класс, теперь можно закрыть. Послушаем, как они будут так жужжать. Берем еще. И закрываем. Есть.
Отлично, так. Давайте из мелочевки забросим вот такую гранату пиротехническую. Так, как так взять, чтобы вам было видно? И закроем. Посмотрим взрыв. Ничего себе, крышка приоткрылась. О, я думал, уже сломалась. Ничего, так. Давайте теперь крекинбол. Тоже классная штука. Блин, не знаю, закрывать, ребят, или нет. Если я закрою, вообще не будет ничего видно. Давайте, наверное, оставим открытой дверцу. Хотя бы посмотрим эффект. О, да. Так намного получше. Капец, коптит жестко. Смотрите, все закоптило. Так, давайте найдем петарды, какие тут можно еще повзрывать, или сразу начнем большие. Ну, давайте. Так, давайте, говорил, проверим Корсар 12. Вот такой он мощный, смотрите, стиралка и Корсар 12. О, фокус навелся, все отлично. Так, ну-ка. Эта дверка не закрывается, походу. Или нужно вот так как-то. О, блин, я не знаю, смогу ли я так одной рукой. Давайте камеру как-то поставить. Со штативом, блин, падает. Хочется, чтобы вам было видно, как я это все сделаю. Во, вот так. Надеюсь, не уроним. Ну что. Отлично, ребят, сейчас рванет хорошо. Вот это взрывон, смотрите, ребят, расщепило хорошо на две стороны. Вот это да! Смотрите, все, что можно, вылетело. Здесь порошок, я так понял. Так, крышка наша. Блин, оторвалась. Думаю, как-то сейчас установим. Чуть-чуть подправим. И можно еще повзрывать. Смотрите, вот это бахнул Корсар 12. Просто выдавило. Мощь. Смотрите, тут аж заклинило. Крышка. Во. Во. Давайте еще что-то мощное туда кинем. Так, Ахтунг. Если просрет, возьмем еще. Будем сразу наперед взрывать. Так. Берем штатив. Просрал. Зато дыма много. Так. Давайте вот такой Black Tiger. Смотрите, как выглядит. Давайте его тоже туда закину. Так. Вон, видите? Ах, там лежит. Тоже ничего так. Так, давайте прикроем, хотя она уже не прикрывается. Так.
Давайте сразу два закинем. Так, что у нас тут? Корсар 12 и динамит. Блин, не знаю, есть корсар 16. Давайте сейчас посмотрим, брал его или нет вообще. Да, брал. Есть, вам повезло. Так, что думаете, если я положу ее лежа и закину туда питание? Или попробовать слепить вот так, думаю, пойдет. Так, установим корсар 16. Нужен так, чтобы он не упал сразу. Давайте здесь. И корсар 12 тоже. Так, ставим. Блин. Вот так поставим. Поехали. Чуть-чуть не получилось закинуть две, но сейчас мы еще возьмем. Сейчас еще раз. Будет дубль 2. Ну ничего, так, смотрите. Вы, ух ты что. Смотрите, какой взрыв. Барабан, походу, раскололся. Так, сейчас мы поставим. Так, что это у нас не взорвалось? Корсар 12. Так, давайте еще один корсар 16 должен быть. А, брал много их. Давайте посмотрим, есть тут такой или нет. Блин, походу, нет. Ну, давайте тогда два корсара 12, они тоже хорошо взрываются. Так, где он тут? Берем, давайте дубль 2. Так, вот так вот. Даже помощнее, чем корсар 16 рвануло. Как вам, ребят? Смотрите, я думал, этот люк отлетит отсюда. Все, барабан полностью разорвался. Смотрите. Давайте еще вот здесь бахнем что-то большое. Так. Есть у нас бигбум супер мощный. Вот такой. Так, сюда. Так, подготовим. Ух, сейчас полетит крышка, будет полет. Отличный взрыв. Просто шикарный. Так, давайте посмотрим, что тут вообще есть целого. Блин, обожаю, ребят, взрывать стиралки. Набираем быстро 20 тысяч лайков и взрываю следующую. Мне понравилось. Кто не видел предыдущей серии, напоминаю, посмотрите, было очень классно. Так, давайте вот здесь вот так заложу, посмотрим, как выгнет. Вот так. Так, и берем вот эту дверь. Смотрите, как я ее тут расколбасил. Вот так. Погнали.
Бедная дверца. Добили мы ее конкретно. Так. Еще берем большой Black Tiger. Вот видите, вы советовали, какие петарды купить. Я купил. Вот. Пахнет. Давайте здесь Black Tiger установим. Так, а... Так, стоп. Тут у нас еще есть супер мощный... Что это у нас? Mega Banger P6000. Тоже довольно-таки крутая петарда. Так, давайте ее непосредственно где-то тут. Под сам барабан. Вот, зараза. Залезай. Так, немного я собрал тут лишний мусор, чтобы не валялся. Давайте, так, мы здесь установили Black Tiger и фуроровский P6000. Ну что, так. Вот так. Давайте поджигать. Black Tiger, походу, не сработал. Так, давайте что-то другое. Возьмем, например, Achtung и Monster. Посмотрим, как они взрываются. Так, Black Tiger в сторону. Угу. Так, давайте теперь с этой стороны установим монстр. Так, предлагаю его вот так поставить. Блин, не лазит. Короче, придется лежа, наверное, или как-то. Сейчас установлю и продолжим. Так, хочу, чтобы эта стенка оторвалась, поэтому установлю вот так. Смотрите, думаю, будет хорошо. Погнали. Лютый взрыв. Все оторвалось, смотрите. Вот это да. Внизу там, правда, еще держится. На заклепках каких-то. Давайте еще сюда запихнем. Так, Achtung. Стоя, что ли? Давайте попробуем. Вот так. Есть. Хорошо так бахнуло. Так, выберем еще петарды. Так, есть у нас вот такая Gorilla Bomb. И вот эта супер мощная ПТ-37. Так, будем думать, куда установить. Поскольку тут уже все практически разнесло. Смотрим в барабан. Давайте, может, две сразу. Я, наверное, не успею две поджечь. Вот так. Так, и вот эту. Блин, не туда упал. Не туда. Вот, зараза. Так. Во. Не знаю, вряд ли я, наверное, две сумею поджечь. Но давайте попробуем. Так.
Бе, не получится, бе. Очень страшно, страшно. Завалило тут. Поехали. Горилла бомб мощная. Так, смотрите. Просто все выпало, ребят. Вот это мы жестко разбомбили. Дальше уже, в принципе, не вижу смысла взрывать. Уже набахались тут хорошо. Смотрите, все просто на куски. Так, со всех сторон. Вот этот корпус. Вот здесь насосик был когда-то. Грузики все взорвали. Что ж, вот так мы разбомбили стиралку. Смотрите, вот еще куски вот здесь. В общем, если хотите еще таких супер мощных взрывов, как сегодня, смотрите, набираем быстро 20 тысяч лайков и выпускаю сразу следующий видос со стиралкой. А также предлагайте, чтобы еще такого повзрывать, что вы хотите видеть на моем канале. Чем быстрее наберете 20 тысяч лайков, тем быстрее выйдет новый ролик. Можете управиться за пару дней, и сразу будет новая стиралка вам, смотрите. Вот так вот. Также посмотрите предыдущие выпуски со стиралками. Тоже было очень интересно. Взрывали тоже другие петарды разные, мощные. Заценивайте. Что ж, подписывайтесь на канал. На этот канал, подписывайтесь на второй канал. У меня есть второй канал, на нем тоже выпускаю классные видео. Ссылка на него будет вот здесь, а также внизу в описании. Обязательно заходите, смотрите. Там тоже довольно-таки много интересных, крутых роликов. Вот. Поэтому подписывайтесь, не пожалеете. Так. В общем, все, что здесь осталось, все вы видите. Нажимайте на колокольчик, тогда будете в курсе всех событий, когда выходят такие интересные новые ролики. Вот, ссылочка на канал второй будет здесь. А также смотрите, здесь 4 ролика, они тоже интересные. Может быть, вы их не видели или пропустили. С вами был ТНТ Фокс. Всем спасибо за просмотр. Пока-пока, до новых встреч.